Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Кирилл Политов. Здравствуйте, смотрите сегодня в выпуске. Чудом жив, в Бийске крыша упала на 2-летнего малыша. Кто ответит? За планетарий. Общественность Барнаула подписывает петицию за сохранение звездного дома. Дело жизни. Кто из лучших работников края получил Столыпинские премии? Итак, в Бийске одна из многоэтажек в ожидании ремонта стала разваливаться. На голову 2-летнего мальчика валилась потолочная конструкция. К счастью, ребенок отделался ушибами. А взрослые распрощаться с постоянным страхом за свою жизнь не могут. Анастасия Дороган продолжит. Ребенок не роняет ни звука, он молчит второй день. Мальчик страшно испугался. Он стал первым и главным свидетелем обрушения потолка в доме. Когда я увидела своего ребенка, лежащего под обломками, вот в этой в груди вот каши, это просто был ужас. Когда я увидела, что вот он на диване лежал, и все это рухнуло, и обломки гипсокартона, это нам еще повезло, что не рухнул основной потолок. Перекрытие и сами крыши исчерпали свои несущие способности, и дом уже должен быть отселен и поставлен на ремонт, но почему-то этого не произошло. Этот многоэтажный дом аварийный, о его ветхости жильцы кричали еще в 2015-м. В 2018-м пошли в суд и выиграли. Его решение обязывает городскую администрацию капитально отремонтировать здание, либо расселить людей до 1 ноября. Но вещи люди так и не собирают, а местным депутатам неизвестна даже стоимость ремонта. Бездействие идет администрации, и фактически одни говорят одно, что мы передали документы на проектно-сметную документацию, на оценку, ну и фактически этот вакуум так и остался. Никто, понятно, ничего нам сказать, ответить не может. По его словам, дом стоял в очереди на капремонт в этом году, но потом его перенесли на 2028. От аварийного жилья готова отказаться управляющая компания. Ее мощности здесь уже не хватает. Крыша-то, она на самом деле как будто старая, шиферная, в аварийном состоянии. Она вся там вот эту в мелкую дырочку. То есть я говорю, у нас когда? В марте, да, Евгений Сергеевич, последний раз, когда крышу срывала здесь, уже, то есть с кем мы подрядчиком работали, он не поехал. Мы вызвали службу спасения. Они приехали, и они уже сказали, мы уже даже отказываемся лезть на эту крышу. Правоохранители составили протокол по факту обрушения. Кстати, уже третьего на этаже. Ситуацию в аварийном доме вновь возьмет под контроль городская администрация. Насколько действенно в этот раз, пока непонятно. Анастасия Дороган, Евгений Плохотин. Наши новости. Министерство образования края готовит программу, которая должна помочь противостоять травле школьников. Напомним, в ноябре Барнаул сотрясла история одного из учащихся. Его мама выставила в соцсети пост, где рассказала о том, как группа школьников регулярно издевалась над сыном. После этого городской комитет по образованию организовал комиссию, которая должна была установить причины ЧП. К слову, вслед за обнародованием этой истории стало известно еще о нескольких резонансных конфликтах учеников барнаульских школ. Но в городском комитете по образованию не назвали инциденты травли, заключили, что они никак не связаны между собой. В итоге Министерство образования края решило разработать комплексную программу, чтобы противостоять школьной травле. Об этом на днях рассказал губернатор региона Виктор Томенко. Отметим, программа рассчитана на 3 ближайших года. Предполагается, что работать по ней должны коллективы всех школ края. Несмотря на надвигающиеся морозы, школы края будут работать в обычном режиме. Об этом сообщает официальный сайт Министерства образования региона. Минувшей ночью в отдельных районах столбики термометров опускались до отметки -35 градусов. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни похолодает еще сильнее. Но, тем не менее, учебный процесс останавливать не будут. Родителям рекомендуют принимать решение, отпускать ребенка на занятия или нет, самостоятельно. Начальник отдела общего образования регионального Минобра Ирина Дроздова отметила, что морозы не повод останавливать учебный процесс. На сайтах школ будут размещать задания для учеников, которые нужно выполнять дома. Почти 1500 человек подписали онлайн-петицию с просьбой не передавать здание Барнаульского планетария, бывшего православного храма Барнаульской епархии. Вот между тем, возвращение здания церкви должно по утвержденному ранее плану произойти до конца года. Илья Кочетков выяснял, насколько реальное опасение горожан лишиться звездного дома в ближайшее время.
«Не оставим детей без звезд» — название петиции словно крик отчаяния. Тема барнульского планетария вышла на свет, когда стало ясно, время поджимает. Иерей Дмитрий Никитин, пресс-секретарь барнульской епархии, поясняет, в 2014 году между епархией и городскими властями заключили соглашение о возвращении здания церкви, согласно федеральному закону 327. На переезд дали 5 лет до 2019 года. Уклончиво и осторожно, но Никитин дает понять, отсрочка возможна и на этот раз. Мы готовы рассмотреть эти варианты, вот, в случае, если такая, конечно, необходимость возникнет, в случае, если будут какие-то задержки, связанные с возвращением, с передачей храма общине. Опасения ясны. Не на камеру. Представители церкви нам рассказали, что удивлены, почему за 5 лет городские власти не смогли найти зданию, где располагается планетарий, адекватную замену. Ведь, по их мнению, времени было достаточно. Но лишать детей звездного дома в ближайшее время они не намерены. Директор планетария Павел Ягодкин подтвердил, по его сведениям, после подписания документов о передаче на мороз учреждение не выкинут. Так как бы для барнаульского планетария не подготовлена еще площадка, и мы понимаем, что мы все-таки функционируем, и мы все-таки значимое помещение занимаем для и епархии, и очень мы значимы для всего города, то, скорее всего, мы будем сейчас находиться в этом здании на условиях, ну, грубо говоря, аренды. Но вот на какой срок, он сказать не готов. Барнаульские власти, в свою очередь, до сих пор не озвучили планы о будущем планетария. Напомним, ранее предполагалось, что он переедет в здание бывшего кинотеатра «Родина» или ДК «Трансмаш», или же ему построят новое здание в Центральном парке. Звучали даже примерные суммы в 39 миллионов рублей на ремонт и 500 000 000 на строительство. Но ни один из проектов так и не был реализован. Илья Кочетков, Алексей Фризин, «Наши новости». Не прошло и недели. Из кранов жителей барнаульского села Лебяжи бежит чистая вода. Водоснабжение удалось восстановить накануне вечером, сразу после того, как в СМИ появилась информация о том, что из кранов жителей села Лебяжи уже неделю бежит грязная вода. По словам сельчан, она почернела после того, как Лебяжку переключили на другую водоснабжающую станцию, чтобы, как ни странно, улучшить качество. О проблеме люди сразу сообщили в барнаульский водоканал, но бригада специалистов, как утверждают жители, выехала на место только спустя неделю. Но вот между тем специалисты говорят, что налаживать водоснабжение они начали сразу же после обращения. А процесс изменения цвета при переключении к новой станции нормален, но более того, качество воды может измениться вновь и пить ее не стоит. Качество воды может измениться в связи с проведением плановых работ на сетях. Если же произошло изменение качества воды, жители в любой момент могут позвонить по телефону 20-22-00, оставить заявку, которая будет в обязательном порядке отработана. На Алтае будут судить участников преступной группы за организацию подпольного игорного бизнеса. Они открыли запрещенные заведения в нескольких районах края. По версии краевого следственного управления, целый год преступное сообщество под видом торгов на бирже вело азартный бизнес. При этом ОПГ, в состав которого входило 23 человека, имело иерархию. Обязанности между лидерами, бухгалтером, техником, управляющими игорными заведениями и обслуживающим персоналом были четко распределены. За организацию игорного бизнеса участников преступной группы обвиняют по нескольким уголовным статьям. В зависимости от содеянного они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 171 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть незаконная организация и проведение азартных игр, а также статьей 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть организация преступного сообщества. По данным следствия, доход ОПГ превысил 10 миллионов рублей. Обвиняемые частично вину признали, но лидер группировки, а также его заместитель, сейчас находятся в международном розыске. Добавим, участникам преступного сообщества грозит до 10 лет лишения свободы, организаторам до 20. Гречка алтайская. Возможно, совсем скоро эти слова будут являться гарантией исключительного качества. В Краевом техническом университете проводят специальные исследования алтайской гречки для регистрации ее бренда. Ученые собирают доказательства неповторимости свойств наших зерен. Речь идет о регистрации наименования, места происхождения товара. Как подчеркнул глава региона Виктор Томенко, такая интеллектуальная собственность дает товару выгодные конкурентные преимущества. Ну, вот что, например, произошло с сыром советский и алтайским медом. По словам губернатора, отличительными особенностями алтайской гречки могут стать крупность зерна и его витаминно-минеральный состав. Добавим, что сейчас 70% производимой в крае гречки идет на экспорт.
В Барнауле назвали имена лауреатов премии в области науки и техники, а также премии имени Петра Столыпина. Почти 50 человек – инженеры, медики, экологи, физики, селекционеры – получили награду из рук губернатора края за научные и технические исследования. Среди работ алтайских изобретателей – новейшие средства пожаротушения, разработки в области агротехнологий, энергосбережения. Группа ученых из классического вуза была награждена за создание природного парка «Предгорье Алтая», который объединяет Смоленский, Алтайский и Солонешинский районы. Губернатор края Виктор Томенко поблагодарил исследователей за огромный вклад в научную жизнь региона. Делать так, чтобы научные кадры могли в полной мере выполнять свою работу и генерировать новые изобретения, создавать новые технологии – это, пожалуй, один из важнейших ресурсов развития любой территории, любой точки нашей страны. Несколько человек получили премию имени Петра Столыпина. Ее присуждают за вклад в социально-экономическое развитие сельских территорий Алтайского края. Среди награжденных – учитель математики, машинист, тракторист, спортивный тренер. На сегодняшний день этой премии в регионе удостоен 31 лауреат. Попытается взять реванш клуб «Алтайбаскет». На родной площадке вновь готов помериться силами с лидером чемпионата из Уфы. Стартовый свисток прозвучал, но вот буквально несколько минут назад. Днем ранее команда Бориса Соколовского потерпела поражение. Барнаульцы провалили первую половину игры. После кинулись вдогонку, но, как это обычно бывает, уже было поздно догнать. И тем более перегнать соперника не удалось. 77-82. Как сказали болельщики, бились, старались, и за такое поражение не стыдно. Перед повторным поединком «Алтайбаскет» занимает 10-ю позицию, «Уфимец» – первую. Тем не менее, хозяева паркета заранее сдаваться не собираются. В эти минуты наши корреспонденты работают в спортивном комплексе «Победа». Подробный репортаж смотрите в завтрашнем эфире программы «Наши новости». Не пропустите. Группа компаний, которая занимается обслуживанием большей части локомотивов РЖД, открывает офис в Барнауле. Это даст столице края 400 новых рабочих мест, которые позволят снизить напряженность на рынке труда. Подробнее в сюжете Ирины Корчагиной. Торжественный момент. Открытие в Барнауле центра «Локотех-эксперт». И это еще одна точка на карте, уже 252-я. Специалисты будут заниматься ведением бухгалтерского и налогового учета для предприятий по всей России. А сами предприятия смогут сосредоточить свои силы на решении основных бизнес-задач. Одно из действий, которое нас приведет к более качественному учету, к более понятному, более прозрачному процессу бухгалтерского отчета, подготовки отчетности точно в срок. Именно в Барнауле общий центр обслуживания решили открыть не случайно. Эксперты учитывали одинаковую отдаленность от Москвы и Дальнего Востока, развитую инфраструктуру края, количество выпускников экономических вузов. Кстати, именно молодые специалисты составят костяк коллектива. Нас не смущает отсутствие опыта. Мы будем вкладываться в этих людей, мы их будем развивать, мы их будем учить. Вы проходили, видели, да, то есть у нас готовы для этого учебные классы, мы будем разрабатывать специальные программы именно с нашей спецификой, со спецификой наших заказчиков. Новейшая техника, просторные кабинеты, учебные классы и переговорные, зона отдыха для сотрудников – все это должно способствовать продуктивной работе. Сейчас в компании работает 230 сотрудников. В ближайшие месяцы руководство наберет еще 170 специалистов. Евгения Доровская, Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. Наши новости. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Валар». Когда беспокоит сердце, повышено давление, холестерин и сахар в крови, принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность, возможен снег. Температура в Алейске, Рубцовске и Змеиногорске около 18 мороза. В Заринске, Кулунде и Славгороде минус 22. В Барнауле ночью 20 градусов мороза, днем 22 ниже 0. Юго-западный умеренный ветер и возможен снег опять. Все новости к этому часу. Телефон нашей редакции прежний 722-440. Хорошего вам настроения и до встречи в эфире.